Представители малого туристического бизнеса Алматинской области повысили квалификацию. Гиды, экскурсоводы, работники гостиниц и зон отдыха прошли обучающий курс. Это, по мнению организаторов, поможет повысить уровень туристического сервиса. Жандос Нурбеков по образованию математик, но несколько лет назад решил работать в сфере туризма. Чтобы заинтересовать гостей, он изучает тонкости и особенности кочевой культуры. От древних саков до позднего средневековья. Брендом Казахстана как раз таки может стать именно кочевая культура. Мы должны показывать кочевую культуру в ее многообразии. И надо поставить это так, чтобы любой человек в мире, любой, как бы, где бы он ни жил, если ему вдруг стала интересна кочевая культура, чтобы он тут же вспомнил Казахстан. Для того, чтобы создать туристический центр, Жандос учился быть хорошим гидом, знающим все тонкости, исторические даты, назначение каждого приспособления и даже состав металла, из которого делали оружие и доспехи. Во время конференции, организованной управлением туризма, охотно решил поделиться знаниями с коллегами. Я считаю, что от уровня подготовки гидов, экскурсовода зависит очень многое, потому что все зависит от того, насколько красочно и интересно они рассказали. Это и влияет на поток туристов. Они могут как по сарафанному радио рассказать друг другу, и это будет также привлекать в соцсетях, и это будет привлекать еще больше объем туристов в нашу местность. Наш рынок имеет очень большое количество гидов. Они не сертифицированы, не квалифицированы, но у каждого гида есть свой стиль. Они умеют очень красиво рассказывать, умеют каким-то образом заманивать туристов. Но благодаря данному курсу повышения квалификации в сфере туризма гидов и экскурсоводов мы могли сделать так, чтобы каждый самородок впал в правильное русло. В течение 5 дней участники конференции смогли повысить свою квалификацию и обменяться опытом и мнениями. Теперь они намерены улучшить уровень сервиса в перечне услуг своих туркомпаний. Назгуль Бушан, Аят Дюсембаев, Хабар 24, Алматинская область.